Слышишь, Цветочек, иди, что я тебе расскажу. Че? У нас в подъезде все время какие-то хулиганы лампочку разбивают. О, понимаешь? Да, да. В связи с этим что со мной произошло? А ну расскажи-ка, расскажи-ка. Ой, вообще, возвращаюсь я как-то поздно вечером домой. Ага. Захожу в подъезд. Глаз выколи, вообще ничего не видать. Я иду на ощупь, как говорится, по приборам иду. Ага. И вдруг слышу, впереди кто-то шебуршит. Ой. Но я не вижу, кто. Я остановилась, прислушалась. А это кто-то так мерзко напевает. От улыбки станет всем светлей. Я остановилась, прислушался. А он таким мерзким голосом говорит. О, ща вкручу. Сейчас кручу. Замерла, вообще не дышу, как мышь стою. Вообще нельзя. Вообще нельзя, ага, говорить. И вдруг он опять. А, ну давай, пошла. Пошла, родимая. Матрёш, может, маньяк какой? Я тоже так подумала. А ты ведь знаешь, я все время с собой в кармане кирпич ношу. Белый. Белый, мало ли что, на всякий случай. Я кирпич-то достала. А чёрт, а? Патрон заклинило. Да это ж бандит вооруженный, ты чё? Чё, чё, на голос прицелилась и как швырну! Ай! Я на крик пошла, начала шупать. Туловище-то шупаю, суть на ощупь мужчина. А ты знаешь, я ведь свечку с тобой ношу в кармане все время, мало чё посветить. Я свечку достал, зажгла. Гляжу, а это наш управдом лежит, ты понимаешь? Ой, так это наш управдом бандит и маньяк, что ли? Вот что получается. Да какой бандит и маньяк? Просто хулиганы в подъезде разбили лампочку. Ну, я новую вкручивал. Ну, помолчи, тебя не спрашивают сейчас. А, ну да, извини. Вот, а я-то этого не знала. Я думаю, пойду за аптечкой сбегаю. Свечку зажженную в руку ему воткнула и пошла. Так это твоя работа. А я дура старая. Захожу в подъезд. Лежит мертвец. Руки на груди. В руках свечка. Я обмерла прям вся. Пригляделась, а это управдом наш. Я ему говорю, батюшки мои, дрёна покорона. А мертвец открывает глаза и говорит, где я? Я в обморок брык. Ничего не помню. Зато я все помню. Открываю глаза. Рядом лежит бабушка. Не дышит. Но я решил прослушать сердце. Стал слушать. Дурак, сердце не здесь. Откуда я знаю, где сердце? Мы в медицинских институтах не кончали. Для меня где стучит, там и сердце. Короче, стал слушать сердце. И вдруг слышу тук-тук, 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 буль-буль. Ну, подумаешь, пиво с манной каши выпила. Ты, бабуль, лежи. Ты в тот момент вообще была без сознания. А-а. Давай. Вот, значит, слушаю я сердце и слышу. Топ-т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 оп. Дурак, это я с лестницы спускалась, но вернулась в темноте. Вот. И тут я вспомнил,
что на занятиях по гражданской обороне нас учили, как оказывать первую помощь. Короче, я стал расстегивать облегающую одежду, то есть кофточку. Нахал. Ты чё, бабуль, я ж тебе говорю, ты была без сознания в тот момент. А, ну тогда продолжай, спасатель. Вот, значит, я расстегнул слегка кофточку и стал делать искусственное дыхание. И тут в подъезд спускаюсь я. И чего я вижу? Наш управдом мою подругу за грудь лапает. А я ведь говорил, что у меня всегда в кармане кирпич-то. Я достала, прицелилась. Погоди, Матрёна, пусти, что поделаешь? Так. Не поверишь, за последние 30 лет никогда такого со мной не было. Ну что, прицелилась я, размахнулась и как швырну. И в это время в подъезд вхожу я. Кирпич в лоб, только ха! Так вот кто лампочки выкручивает.